Друзья, мы сейчас с вами присутствуем на процедуре уколов в коленный сустав. Что вы вводите, Алексей Семенович? Здесь мы вводим стероиды противовоспалительные препараты для того, чтобы обезболить пациентки. Ну, по-медицински это гусиная лапка называется. У нее боли после оставшейся, остаточные боли, которые беспокоят коленный сам сустав. Ну вот, друзья, вот так мы ворвались в процедуру. Надежда, пациентка. Надя, спасибо вам, что вы нам разрешили это снимать. У меня вот этот прекрасный доктор, профессор Канаев, хирург блестящий, травматолог-ортопед. Просто прекрасный травматолог-ортопед. Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы. Надя, согласна, что доктор хороший? Замечательно. Замечательно? Серьезно. Одобряете? Очень. Задавайте вопросы и приходите к Алексею Семеновичу на консультацию на лечение. Мы вас ждем в нашем медицинском центре.